Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Сегодня я буду расписывать последнюю тарелочку из набора, которых вот 10 штук. Это последняя тарелочка. Я спешу закончить этот набор, потому что мне пришли уже тарелки для декоративной росписи. Я буду делать уже декоративные. Даже уже руки чешутся. Никогда не любила, не хотела, но буду. Эту тарелочку сначала хотела я тоже сама разрисовать, потом или просто покрасить. Потом что-то подумала, да ну нафиг, пойду. По пути наименьшего сопротивления взяла вот шаблон, распечатала элементарный рисуночек, самый-самый наипростейший. Пойду его намочу, прилеплю, буду рисовать. Закончим с этими тарелками. Кстати, тарелки все стоят у меня, еще не залакированные. Все залакирую, и в конце этого видео я покажу уже весь набор. Это уже будет весь полный комплектик у меня.
Закончила я последнюю тарелочку. Вот тут снова попробовала я применить прозрачный гель. Получилось как будто вот краешек рифленый. Интересный эффект, конечно, получается. Здорово. Молодец, что я его купила. Не совсем еще высохло. Вот так получается с этой стороны. Кстати, когда я начала делать эту работу, цветочек закрасила и вспомнила, думаю, не вспомнила, у меня рука вспомнила, что я это уже делала. У меня уже есть такая тарелочка. Декоративная. Стеклянная тоже декоративная тарелочка. И на канале она есть. По этому рисунку я делала уже, оказывается. Я когда начала, потом побежала смотреть, думаю, где-то эта тарелка есть. Не нашла, а на канале нашла. У меня ее нету, видимо, уже. Может, где-то еще в закромах коробки лежит. Ну вот, все, сейчас все тарелки, это вот просохнет, и потом все тарелки я уже пойду покрою лаком яхтным. Наверное, на 2 раза, возможно, на 3. И потом уже покажу вам весь этот набор, который у нас с вами получился из 10 тарелочек. Ну вот, дорогие мои подписчики, все тарелочки у нас с вами готовы. Все 10 штук. Я их сегодня на 3 раза покрыла лаком. Вот этим. Яхтный, глянцевый. Обалденный лак. Вообще, аэрозольный лак очень хороший. Покрывается очень ровно, никаких подтеков, как обычно кисточкой. Это все равно какие-то полосы остаются, а здесь, ну, прямо прелесть. Единственное, конечно, он пахнет и немножко желтит белое. Вот где беленький есть, немножко желтит, но вот для меня это все равно бело-черное. Ну, слегка-слегка, только не ярко становится белое, немножко желтизна. Но это погода не делает и красоту не меняет. Так что рекомендую, очень рекомендую. После лакировки, даже вот обычное здесь вот стекло, оно становится такое красивое, такое гладкое. К руке очень-очень приятно. После расписовки все равно там остаются какие-то вот, ну, выпуклые точки. А тут все сглаживается, все так красиво получается, ровненько. Вот такой наборчик у меня получился. Красота неописуемая, да? Повторю, не устану повторять. Мне вообще нравится сам процесс, нравится результат. Ну, вообще здорово. Многих я, конечно, заинтересовала этой работой. Все тарелочки, как я их расписывала, есть у меня на канале. Заходите, смотрите, набирайте в поиске тарелка, стеклянная тарелка, и вам выйдут все мои тарелочки. Или в плейлистах есть тоже в точечной росписи. Пожалуйста, все посмотрите, как они делались, как они расписывались. Я вот сегодня все их пошла покрывать лаком. И даже вот забыла уже рисунки-то. Смотрю, они все стопочкой сложены. Стала все раскладывать, он так красиво, не знаю, мне так нравится. Вот немножечко покажу, ну, немножко так вот так поперебираю их, чтобы кто только подписался, немножко посмотрел на эту красоту. Замечательно, замечательно получается. Тарелочка эта годная для использования. Это с обратной стороны у нас рисунок, покрыт лаком на 3 слоя. А тут можно пользоваться, можно использовать по назначению. Так что ничего не попадет ни в пищу, ни в рот, ни на руки. Краска, конечно, это ядовитая, нельзя, чтобы она соприкасалась с едой. А вот так, с обратной стороны, это очень-очень даже здорово. Вот такая у нас красота с вами получилась. Вот этот эффект-то мне в последней тарелочке очень нравится. Как будто рифленое стекло. Вообще здорово так. Вообще каждая тарелочка нравится, каждая. Даже выбрать-то сложно, какая лучше, какая хуже. Все красивые. Ну все, сейчас я сделаю фото этих тарелочек. Кто еще не подписался, заходите, подписывайтесь. Будем с вами дружить. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вам со мной будет не скучно, и это я вам точно обещаю. Я человек жизнерадостный, так что эмоций у меня можно набраться много. Никогда не будем грустить, будем только радоваться, будем много творить. Ну все, на этом я заканчиваю, будем прощаться. До новых встреч, до новых работ!